В Актобе жильцы старой многоэтажки 3 года не могут дождаться модернизации. Рассчитывали, что ремонт, наконец, начнется этим летом. Их даже лично поздравила председатель гормаслихата, заверив, что деньги уже нашлись. Люди начали готовить крышу и подвал, но выяснилось, что депутат поторопилась. Финансы еще не поступили. Жильцы теперь боятся, что не переживут нынешние холода. Динара Уркумбаева выясняла, насколько все серьезно. Уже до плиты все дошло. Тут света нет, замыкает. Хотя, когда делали ремонт, новую проводку поменяли полностью в квартире. Вот так жители пятиэтажки в центре Актобе мучаются уже несколько лет. Дом, которому почти 60 лет, никогда не видел капремонта. Хотя, по словам председателя КСК, эти работы должны проводиться каждые 25 лет. Самостоятельно навести порядок на крыше и в подвалах жильцы уже не могут. Говорят, все настолько серьезно, что несколькими миллионами здесь не обойтись. Состояние дома ужасное. Крыши текут. Козырьки крыши сыпятся при сильном ветре, получается, вот эта смола, или как она, покрытие, слетает на головы. Подъезды в ужасном состоянии, щитки горят, электропроводка старая. 3 года назад людям предложили модернизацию по госпрограмме, поскольку дом требует больших вложений. Эксперты посчитали, что всего на ремонт пятиэтажки потребуется порядка 80 миллионов тенге. Жильцы согласились, и прошлой весной работы уже должны были начаться. Но все затянулось по причине отсутствия денег. Месяц назад жители вновь обнадежили, при этом радостную весть сообщил не кто-нибудь, а сама председатель городского маслихата, говорят жильцы. Нету денег. Нас Доржанова в КСК в начале июля месяца прислала. Поздравляю. Деньги выделены. 78, уже не 88, а 78,5 миллионов. Поздравили, написали, что готовится людям снимать антенны, готовить это подвальное помещение. Все, опять мы ходим, опять тишина. Оказывается, депутат с поздравлением поторопилась. Никакого поступления денег еще не было. На сегодняшний день ждем мы только финансирования, потому что финансирование идет с республиканского бюджета. Но как деньги выделят, мы сразу же будем начинать ремонтную работу по данному дому. В Акимате рассчитывают, что деньги на модернизацию поступят в сентябре. Обещают сразу же начать ремонт. В первую очередь планируют сделать отопительную систему. Все остальное, вероятно, продолжат уже в следующем году. Динара Уркумбаева, Данияр Матгулов, КТК, Актобе.